Но ты же не хочешь меня разозлить? А все дело идет к этому, поэтому, пожалуйста, будь со мной ласковой. Слушаюсь, папочка. Лучше я тебе устрою допрос с пристрастием. И что ты хочешь узнать? Вы убили Марину Рогову. Ты кто такая? Оперуполномоченная по особо важным делам Вера Ишова. Что такой смурной? В кои-то веки выбрали свет. Расслабься. За Веру Сергеевну беспокоюсь. Не видно ее, не слышно. Ой, да что ж с тобой делать-то? Денег мне дай. А то у меня на всю эту мельпомену не хватит. Терпсихору. Ты что, с ума сошел, Бобрыкин? Ты... Бес в ребро. Чтобы проверить, как там Вера, нужно попасть за кулисы. А туда без контрамарки не пустят. Нужен эскорт. Нищета. Девушка, а можно вас позвать в вип-зону? Конечно, я жду вас весь вечер. Пойдемте. Значит, Марину убили. А вы не выглядите опечаленным? Ну, почему же? Красивая девка была. Но особо теплых чувств я к ней не испытывал. А по моим сведениям, вы были близки. Она флиртовала со мной, но между нами ничего не было. Зачем же вы тогда приехали к ней на дачу? Ну, я подумал, вдруг она решила вывести наши отношения на новый уровень. Приехал. А она решила попонтоваться перед своими студентишками за мой счет. Конечно же, я взбесился. И? И уехал. Тем более, там такая дичь началась. Один парень предложение делал своей девушке. Марина явно неровно дышала в его сторону. Но еще параллельно ругалась с какой-то девицей. А что за девица? Из-за чего они ругались? Да блондинка какая-то пафосная. Она ж пьяная была. Орала, что не позволит Марине себя шантажировать. А что за сумку вы привезли Марине на дачу? Сумку. Как у вас тут все интересно. Загадочно. Да. Эротичненько. Вот, да. Ой. Ой. Что такое? Радикулит? Да нет, ерунда. Поясницу защемила. Ты давай иди, готовь ложе, а я тебя догоню, милая. Ой. Ладно, только часики тикают. Ну, конечно. О, не-не. Ой. Сумка. В ней были ее личные вещи. Она попросила захватить. Она хранила их у вас? Ну почему у меня? Здесь, в клубе. Я же тогда охранником здесь работал. То есть Марина Рогова... Да, да, именно в свободное от учебы время. Она подрабатывала здесь стриптизершей.
Что, дед, любишь подглядывать? А, да нет, я тут просто сюда девушка вошла из полиции. Ну, в смысле, в форме полицейского. А, хотел глянуть, скоро ли освободится. Очень красивая. Подглядывать у нас услуга платная. Да. Дуй, дед, с обед за компенсацией. Да тихо ты, спина! Это сладкое слово «свобода». Ну, вы нам очень поможете, если дадите образец вашей ДНК на анализ. Ну уж нет. Добровольно я вашу базу пополнять не собираюсь. Только после официальной санкции, которая у вас, судя по тому, где происходит наша беседа, нет. Я прав? А какое у вас звание? Капитан. Так вот, капитан Ершова, если ты думаешь, что тебе это просто так сойдет с рук, ты сильно ошибаешься. Я буду жаловаться! Жалуйся сколько хочешь, дед. Ха-ха, прошу прощения, товарищ, я не с ним. Почему-то я так и знал, что этим закончится. Я, по крайней мере, попытался. Лучше спросил, что у меня со спиной. Я лучше спрошу, что с Верой, где она? Не знаю, я не успел посмотреть. Он не успел посмотреть? Она одна там сейчас с этим, с Виктором. Или нет. И вообще, похоже, нам нужно подкрепление. Какое подкрепление, Бобрыкин? За мной. Ой, Вера Сергеевна, нас бы лучше так уже не пугать. А чего вы пугаетесь? Я же сказала, что сама справлюсь. А, действительно, справляетесь вы значительно лучше, чем некоторые, да. Что Суханов? ДНК на анализ он давать отказался. Но на плечах у него никаких следов нет. Я проверила. А, простите за вопрос, как вам удалось это проверить? Ой, об этом я предпочла бы умолчать. Виктор рассказал, что на вечеринке Марина ссорилась с какой-то пафосной блондинкой. Светланой Гараевой? Скорее всего. Светлана сказала, что больше не позволит себя шантажировать. Зато теперь понятнее, откуда у Марины взялись деньги. Но остается вопрос, за что же Света платила? Наведайтесь к ней, Федор Анатольевич. Да не вопрос. Вера Сергеевна, я все узнал. У Роговой был счет в банке. Правда, этого банка больше не существует. Зато в архиве нашел отчет о транзакциях. Так что вот все здесь. Много? Нет, там только один перевод. И то после поступления на счет получателя след денег теряется. Ясно. Всего один. Ну и что? Зато она может... 100 000 000 000 за один раз перевела. Она перевела $100. Всего $100. Да. Толь, а у тебя сахар есть? А то у нас закончился. Да, есть, конечно. Вот он. Спасибо. А ты чего такая смурная? Проблемы какие-то? Да нет. Просто решаю загадку. Загадку? Ну, расскажи мне. Вместе будем разгадывать твои загадки. Допустим, человек открыл счет в банке, положил на него микроскопическую сумму, а потом перевел ее за границу. Не оплатил какой-то товар или услугу. Просто перевел. Вот зачем ему бы это понадобилось? Ну, чтобы проверить надежность. Надежность чего? Надежность перевода. Ну, и я тоже так все время делаю. Допустим, если мне нужно отправить какую-то большую сумму на незнакомый счет, я сначала отправляю туда, ну, 10 рублей, допустим. И если все дошло, все нормально, без проблем, тогда отправляю всю сумму. Толик, ты гений. Спасибо, конечно. А что случилось-то? Марина. Хотела вывезти за границу и спрятать там большую сумму денег. Сама она бы не справилась. Но я, кажется, знаю, кто ей в этом помог. Гражданин Скворцов, добрый денёчек. Здравствуйте, товарищ майор. А вы здесь какими судьбами? Да я вот заехал Светлану проведать.
подбодрить. Чего-то она совсем распсиховалась из-за всего этого. Понимаю. Главное вовремя подставить дружеское плечо. Ага. Ну, я поеду. И, товарищ майор, вы там с ней поаккуратнее. Не давите сильно. Она у нас натура тонкая. Не волнуйтесь, я ювелирник. О чем вы хотели поговорить? Про Марину я вроде бы уже все рассказала вашим. В деле возникли новые подробности. Один из свидетелей заявил, что в тот вечер вы ссорились с Роговой. Разве я что-то такого ничего не помню? Знаете, я мало что помню, я в тот вечер много выпила. Я напомню. Я больше не позволю меня шантажировать. Что вы имели в виду? Послушайте, я же уже рассказывала, что Марина требовала деньги за помощь в учебе, за конспекты, шпоры. Но на момент вечеринки вы уже выпустились, а Марина продолжала писать вам за деньги конспект. Согласитесь, звучит несколько странно. Слушайте, ну я же говорю вам, что я не помню, что тогда было. Здравствуйте. А что за крики, дочь? А? Майор Бабрыкин. Ага. Михаил Владимирович, вы, очевидно, по тому делу все это рассказывала. Да, извините, заставил волноваться вашу дочь. Все-таки погибла лучшая подруга. Слушайте, она мне вовсе не подруга. Ты, надеюсь, предложила нашему гостю чего-нибудь выпить? Чего-нибудь гостю нельзя. А вот от чашечки чая гость бы не отказался. Когда же вы от меня уже отстанете? Я сюда как на работу хожу. Когда вы начнете говорить правду, Малыгин? Вы уверяли, что не вели никаких дел с Мариной Роговой. А ведь это вы свели ее с людьми, которые тайно выводят деньги за рубеж, верно? И что вас навело на эту мысль? В набросках Потоцкого к его расследованию рядом с вашим именем есть пометка «Кипр». А кипрские адвокаты как раз оказывают подобные услуги. А еще я знаю, что на вечеринке, когда все разошлись, Рогова передала вам кое-что. Я полагаю, деньги. У вас есть доказательства? Есть стройная версия. Марина Рогова приехала на дачу, чтобы расплатиться с вами за посредничество. Но вам этого показалось мало. Вы захотели получить все ее деньги и похоронили в саду. Когда нашли тело, выяснилось, что Слава Потоцкий слышал, о чем вы говорили с Мариной. К тому же он начал расследование, в котором вы были главным подозреваемым. И его пришлось убрать. Во как! Дальше Евгений Юхнин, тело которого вы якобы случайно нашли. А ведь это он первый высказал подозрение, что вы убили Марину. Но я жду. Чего вы ждете? Чистосердечного признания. Да вы, Михаил Владимирович, охотник, как я вижу. Да, вы тоже? О, ну не, для меня это слишком дорогое удовольствие. Тут я соглашусь. Забава не каждому по карману. А это, я так понимаю, ваш охотничий клуб. Да, очень закрытое заведение. Вступление только по рекомендации действительных членов. Я смотрю, дочь по вашим стопам пошла. Всегда хотел сына. Но оказалось, что на охоту можно ходить и с дочерью. Я даже Светке ружье купил коллекционное. Многие ценители на него облизывались. А Светлана до сих пор увлекается? К сожалению, нет. Забросила. Хотя тогда мне казалось, что охота ей действительно нравилась. И давно забросила? После учебы. Статьи какие-то увидела. Гринписовские. Прониклась жалостью к зверушкам. Ружье продала, и все деньги отдала в какой-то фонд. Вот такая она у меня совестливая. А ведь я вам доверял. Помочь старался с этим убийством. И про сумку рассказал. Когда Женьку мертвого нашел, сразу вам позвонил. Но про деньги смолчали. Да. В молодости у меня были проблемы с законом. А сейчас я владелец легального бизнеса. И репутация для меня очень важна. Я не хотел бы, чтобы всплыли мои старые связи. Не всплывут, если вы расскажете все, что вы знаете. Например, откуда Рогова получила состояние, которое пыталась вывести? Откуда я знаю? Вымогала у кого-то, наверное. И вы так спокойно об этом говорите? А как я должен? Не мое дело, где она их взяла. Я только помогал прятать. Она дала мне 10% комиссии, и мы разошлись, как в море корабли. И сколько составили ваши 10%? 500 тысяч.
Что-то вы темните. Не такая уж и большая сумма. $500 000. Я действительно думал, что Марина давно живет за границей. И я не убивал ее. Клянусь здоровьем сына. И как это понимать? М? Ты почему опять отпустила Малыгина? Я чувствую, что это не он. Чувствую? Вера, мы оперируем не чувствами, а фактами, если ты забыла. Так фактов тоже нет. И мотив убийцы был другой. Мне кажется, он ищет нечто, связанное с Мариной. Поэтому он пытал Славика и забрал его ноутбук. И Жене, судя по всему, грозила та же участь. Угу. То есть ты думаешь, что гостей вечеринки убивает кто-то, кого шантажировала Марина? Да. Этому человеку есть что скрывать. И он очень богат. Гораздо богаче, чем бизнесмен Малыгин. Ты кого-то конкретного подозреваешь? Да. Светлану Гараеву. Верочка, вообще-то это не череп, это голова Лени. Ну, не разбирайся в ваших каракулях. А Бобрыкин не художник. Бобрыкин опер, между прочим. И фон красный. Угу. О, ну, вот теперь один в один. Так, теперь загрузим в программу поиск изображений. Вот он. Да уж, элитное, однако, заведение. Это точно. Гараев-старший сказал, туда просто так не зайдешь. Нужна рекомендация. А полицию туда вообще даже на порог не пустит. Если полицию не пустят, может, попробуем неофициально? Так, стоп. Я этого слова даже слышать больше не желаю, Верочка. После вашей очередной неофициальной операции у меня до сих пор сердце пошаливает. Если вы опять собираетесь... Я вообще-то вас с Федором Анатольевичем имел в виду. А с рекомендациями у нас проблем не возникнет. Среди членов клуба Андрей Батов. Когда мы спасли его сына, он обещал помочь, чем сможет, если понадобится. Я надеюсь, держит слово. Федя, прими. А с чего вдруг? Ты богатей, а я твой водитель. Я боюсь, Федя, что для сильного мира сего ты фактурой не вышел. А водителя изображать не придется. Богатейший опыт. Может, фактурой я и не вышел, зато из тебя дознаватель никакой. Зато я хорошо разбираюсь в коллекционном оружии и могу при случае блеснуть. А ты? При первом же вопросе сядешь в угол. Все, давай прекратим эту дискуссию. Человеку моего круга не пристало так долго общаться с извозчиком. Добрый день. Мобит он. Добрый день. Простите, а это вы по приглашению Андрея Батова? Совершенно верно. Григорий Сапронов, бизнесмен. А это Федя, мой персональный водитель. Мне передали, что ты просил зайти. Что стряслось? Вера Сергеевна, у нас тут ситуация... По вашей просьбе я проверил целостность базы. В общем, вы были правы. Есть утечка. Черт. Значит, убийца видел материалы дела. Вот откуда он знает имена и места жительства фигурантов. Но найти кое-что все-таки получилось. Взлом был осуществлен через один из наших компьютеров. В смысле? Его пустил в базу кто-то из нашего отделения? Более того, из вашей оперативной группы. Ну и косули, короче, раз в сторону. Ничего, догоняем, бац, с одного выстрела, с одного наповал. А, простите, уважаемая, как же вам удалось догнать косули? Как? Я же на вертолете. А, ну это другое дело. И оружие, наверное, нарезное. Само собой. Странно, что вы называете этот процесс охотой. С таким же успехом можно бомбить слонов фугасами. Только какое это отношение имеет к нашему благородному спорту? А, прошу прощения, господа, если помешал. Ты что творишь? Всю рыбу распугаешь. Это охотничий клуб, а не рыболовный. И надо поднять зверя с лёжки. И попрошу обращаться ко мне на «вы». Толя! Да? А, Вер, привет еще раз. Вот не до любезности сейчас. Что случилось-то?
В нашу базу влезли с твоего компа. Ты ничего не хочешь мне рассказать? Да нет, подожди. Моим компом пользуюсь только я. Кто еще имеет к нему доступ? Я и Сапронов. Все, но Сапронов им не умеет пользоваться. А ты в последнее время ничего не скачивал подозрительного из интернета? Ну, конечно, нет. Я на рабочий комп никогда ничего не качаю. Я пользуюсь только базой и почтой. Все. Почту? Так, давай-ка посмотрим твою почту. Задолженность по кредиту. Что это? Ну, письмо из банка. Ну, там какая-то неразбериха была, но мы все разобрались уже. Письмо из банка на рабочую почту. А файл прикрепленный ты скачивал? Да, скачивал. И пытался открыть, но он не открылся. Он открылся. Только ты этого не понял. У него расширение экзе. Это вирус. Ну как ты мог этого не понять? Денис Степанов. Григорий Сапронов. Приятно. Да, ловко Селезнева прижали. Про слонов. А, не люблю варваров, которые выдают себя за охотников. Приятно слышать от разумного человека. Собираетесь вступить к нам в клуб? Присматриваюсь. Я совсем недавно вернулся в Россию. Почти 20 лет кочевал по зарубежью. Но старость решил встретить на родине. Затяжное кругосветное путешествие. Бизнес. Бизнес. Я занимаюсь антиквариатом. По большей части оружием разных эпох. Вот, собирал по миру любопытные экспонаты. О, как интересно. Я ведь тоже увлекаюсь оружием. Коллекционирую даже. Да что вы говорите? Ну, значит, нам будет что обсудить. Господа, просьба пройти к огневым позициям. Марсений Шестов. Ну, вот из них, из всех, со взломом базы мог справиться только он. Ну, он же простой СММщик. Картинки пустит в соцсетях. Я думаю, что ему не хватило бы квалификации, чтобы взломать базу МВД. Не скажи. Шестов проходил продвинутые курсы по программированию. И не один раз. Ну, а что же он тогда не работает программистом? Программисты получают значительно больше. А может, работает? Только не все об этом знают. Иди, тебе кое-что покажу. Вот, как тебе? Да, хороший такой домик. Он в нем живет. Да ладно. У Шестого тут квартира, 80 квадратных метров. Приобрел 3 года назад. Простой СММщик на такую недвижимость всю жизнь копил бы. А вот хакер мог заработать за пару лет. Убийца наш должен обладать достаточно большой физической силой. Судя по их драке с Юхниным в коридоре, Женя бы с ним справился. Ну, я и не говорю, что он делал все своими руками. Он богат. Он мог нанять кого-то покрепче и посильнее. И снабдить информацией, которую раздобыл из базы. Ты Шестову звонишь? Да. Только вот он трубку не берет. А ты, наверное, здесь всех знаешь. Ясен пень. Шеф всю жизнь с ружьем, и я при нем. О, слушай, а может, ты дочку Гараевскую здесь видел? Светку. Она вроде тоже охотилась. Видел. С батей всегда приезжал, на волков ходила. А что забросила? Не знаю. Да ладно. По глазам вижу, знаешь. Ну, расскажи мне, по-дружески. А тебе зачем? Да просто хозяин мой вид на нее имеет. А в этом деле, сам понимаешь, подводные камни надо с берега рассмотреть. Да? Мой тоже имел. Женихаться даже хотел. Да потом из-за нее скандал вышел. Он и передумал, так они с Гараевым разругались. А что за скандал? Ну, колись. Просто не хочу, чтобы хозяин в плохие руки попал. Ладно. Только никому. Могила. Короче. Дай! Есть. Попал. Дай!
Хороший выстрел. Дай! Отстаешь, Аркадий. Похоже, я в этом году победителем буду. Да ладно, еще не вечер. Ты вон смотри, как бы тебя новенький не обскакал. Дай! Черт. Разбирайтесь теперь вдвоем. Дай! Шеф с партнером по бизнесу на охоту выезжал. Ну и сказал Светке, чтоб подругу позвала. Чтобы тому скучно не было. Ну, она и позвала. И что, не понравилось? Понравилось еще как. Только вот шеф вспомнил, что видел ее в стриптиз-клубе. Она там танцевала. Ну и предъявил Светке. Они поссорились, скандал был. С тех пор ни ту, ни другую в клубе не видели. Это ты, что ли, придурка этого нового возишь? Да. А почему придурок? Потому что я так сказал. Чтоб не трепался с ним больше. Домой. Есть. Ну что, Григорий? Решающий выстрел. Дай! Ай-яй-яй, промазал. Да. Ха! Да! Первый раз в этом году победил. Я вас поздравляю от души. Вы отличный стрелок. Благодарю вас. Вы лучше позвоните ему, а то он как засядет за свой компьютер в наушниках, ничего не слышит. Да я уже звонила. А вы его сегодня не видели? Не видела, но дверь хлопала. Может быть, уходил куда-то, может, гости приходили. Хотя, какие у него гости? Спасибо. Да, Александра Павловна. У меня тут жалоба от Виктора Суханова. Расскажешь, что ты делала в стрип-клубе? Просто просила свидетеля. Просто опросила, да? Так, читаю. Пристегнула наручниками, раздела. Скажи мне, Шова, ты просто с ума сошла? Тебе вообще не важна твоя карьера? Важна, но поймать преступника важнее. Кстати, раз уж зашла речь, мне очень нужно постановление на обыск в квартире Арсения Шестого. На каком основании? Я подозреваю, что со своего личного компьютера он влез в нашу базу. Это надо проверить. Ага. Значит, подозрение, да? А факты у тебя есть? Только косвенные. Значит, забудь. Никакого постановления пока не появятся прямые. А если ты это опять сделаешь самовольно и неофициально, то это будет вторжением в личную жизнь. Ну, нет. Никаких «но», Ершова. В этот раз я тебя еще попытаюсь прикрыть. Но еще один залет, и я тебя отстраню от дела. Ты поняла? Григорий, а теперь давайте на чистоту. Зачем вы мне поддались? Да ну что, Денис, я не поддавался, не выдумывать. Рука дрогнула, смазала выстрелом. Поверьте, со мной это редко бывает. Так что ваша победа заслужена абсолютно. Правда? Чистейшая. Вы прекрасный стрелок. Ну что ж, я горд и рад нашему знакомству. Знаете что? Заезжайте как-нибудь ко мне в гости. С удовольствием, с удовольствием. Надо только выкроить время. Вам будет интересно. У меня большая коллекция оружия. Но главная моя гордость – это раритетное ружье. Я его купил прямо здесь, в клубе. У одной девицы, которая не осознавала его ценности. Подождите, подождите, подождите. Уж не у Светланы, дай бог память, Гараевой. Именно. Я наслышан об этом экземпляре. Правда, вживую никогда не приходилось видеть. Обязательно покажу. Вот моя визитка. Благодарю вас. Шайзе. Свои оставил в смокинге. Что, ждите звонка. До встречи. До встречи. Значит, Света взяла Марину в охотничий клуб за пару месяцев до выпуска. Хотя нам она сказала, что они на тот момент уже не общались. Все верно, верно. И после этой поездки она начисто вычеркнула из своей жизни охоту. Я не думаю, что это решение было принято вследствие какого-то глупого скандала. Согласен.
И в заботу о бедных зверушках тоже как-то не верится. И зачем надо было ружье продавать, особенно такое редкое? А может, это был способ избавиться от орудия убийства? Зрите в корень, товарищ капитан. А пробейте-ка по вашей базе, может, в их охотничьих угодьях в 2009 году какой-нибудь огнестрел приключился? Хорошая мысль, Федор Анатольевич. Нет, огнестрелов нет. Но в 2009 году весной в том лесу, где проходила охота, было найдено тело грибника. Согласно экспертизе, причина смерти – нападение диких зверей. Дело быстро закрыли. И тут на сцену выхожу я. Смотри, вот здесь на костях действительно есть отметины зубов. Однако рядом есть менее заметные следы, которые неопытный эксперт мог бы пропустить. Ну и какой же вердикт опытного эксперта? Я полагаю, что это следы дроби. Угу. Скажи, Гриш, но ты же меня позвал не только, чтобы это сообщить. В точку, Александра Павловна, как всегда. Для того, чтобы подтвердить эту версию, необходимо провести эксгумацию тела и сделать это как можно быстрее. Угу. Я очень рассчитываю на вашу поддержку с разрешением. Да, час от часу не легче. Саш, если бы ты знал, насколько неприятна эта процедура, ты поняла бы, что я делаю это не из праздного любопытства. Ладно. Хорошо, считай, что у тебя есть это разрешение. Благодарю. Да, и, пожалуйста, я тебя очень прошу, покажи капитану Ершовой, как должны выглядеть реальные основания для выписки постановлений на обыск, повестки на допрос и так далее, чтобы она не приходила ко мне больше на основании исключительно голых подозрений. Как скажете, товарищ подполковник. А, и еще. Отличная работа, Гриш. Я понимаю, что каждая поездка к нам вызывает у вас массу негативных эмоций. Поэтому встречаемся здесь. Спасибо за понимание. Расскажите все, что вы знаете о вашем однокурснике Арсении Шестове. А что вам интересно? Ну, хотя бы откуда у простого СММщика такие доходы, что он имеет роскошную квартиру в центре Москвы. А почему бы вам его самого не спросить? Игорь, сейчас не время уходить от ответа. Арсений Шестов может быть связан с убийцей, который сейчас открыл охоту на ваших друзей. Сенька? Да он и мухи не обидит. Ну, я бы не была в этом так уверена. И если я права. В общем, мне нужна информация, чтобы защитить вас. Хорошо. В общем, Сенька черный кодер, хакер. Я почему-то так и думала. Он гениальный программист. Работает по заказу, добывает нужную информацию. Отсюда и деньги. Ценник очень высокий. Мне нужно, чтобы вы подтвердили сказанное официально, чтобы мне выдали постановление на обыск его квартиры. Ну, я не хочу, чтобы Сеньку из-за меня повязали. Послушайте, если он никак не связан с этими убийствами, я не буду его трогать. Хорошо. Я дам официальное подтверждение. Наконец. Третий раз уже подогреваю. Прости, если ты видел, я пошел Ваньку укладывать. Он долго засыпает, ты же знаешь. Да, я знаю. А до этого ты где был? В полиции. Тут не возникли новые обстоятельства, а ко мне были вопросы. Ну-ну. Ты знаешь, мне вот как-то не верится, что к одному человеку может быть такое количество вопросов. Я уже начинаю подумать, может быть, ты с этой капитаншей роман закрутил? Ты что, с ума сошла? Ну а что? Сначала она заявляется к нам домой, потом ты таскаешься к ней в отделение. А дальше что? Ночные патрули? Арест на 15 суток? Моих друзей убивают одного за другим, Наташа. А Вера пытается поймать убийцу. Ах, уже Вера. Так мы на «ты» перешли. Да хватит цепляться к словам. Успокойся, ребенка разбудишь. А я не могу. Я устала, Игорь. Я устала. Сначала ты годами пропадал на этой своей работе. Теперь тобой интересуется полиция. А если этот убийца, он придет за тобой? Я не хочу быть ни вдовой, ни женой уголовника, понимаешь? А ты вообще моей женой еще хочешь быть? Или нам... Может быть, пора развестись? Ах, вот как ты заговорил. Развестись. Если мы и разведемся, то только на моих условиях. Я не дам тебе полную опеку над ребенком. Даже не мечтай. Ты мне не только Ваньку отдашь. После развода со мной
ты останешься нищим. Это я тебе гарантирую. Ужин готов? Приятного аппетита, любимый. Как и предполагалось, в теле полно дроби. Передозировка каковой и послужила причиной смерти нашего грибника. Можно? Интересно, а как-то эксперт ее пропустил? А я авторитетно заявляю, что пропустить ее не мог даже самый последний профан. Очевидно, руководство охотничьего клуба заплатило, чтобы замять скандал. А дочка нашего олигарха спихнула ружьишко и вышла сухой из воды. Да, но, к сожалению, доказать мы ничего не сможем. Ну, почему же не сможем? Очень даже сможем. Ну, как же, это же дробь, это не пуля. Как мы знаем, из какого ружья она была выпущена? Есть такое замечательное устройство. Водяной пулеуловитель. Ну, допустим, добудут тебе эту приблуду. Но ведь им наверняка понадобится само ружье. А, ну, его я сам добуду. Только для этого придется съездить в область, Федор Анатольевич. Не побрезгуйте еще разочек поработать моим персональным водителем. Лицо поприветливее сделаем. Ну, здравствуйте, Григорий Петрович. Или зовут вас тоже по-другому? Ну что вы, Денис Александрович, лукавить по мелочам не в наших правилах. А Сапронов Григорий Петрович. А водитель тоже не настоящий? Майор Бобрыкин Федор Анатольевич. Да... Кругом обман. Это было необходимо для расследования, как и ваше ружье. Вы же не стреляли из него с момента приобретения? Да ну что вы. Его место под стеклом. Да. Где оно, впрочем, и находилось. А вы что, хотите из него стрелять? Всего один выстрел для экспертизы. Я обещаю вам, я буду предельно аккуратен. Ладно. Только не повредите его. Ну что вы. Ну что вы. Верну вам его в целости и сохранности. Заодно и коллекцию вашу осмотрю, если вы не против. Я только за. Удачи вам в расследовании, Григорий Петрович. Благодарю вас, Денис Александрович. Да, вот эта вещь. Ну, перестаньте вы восхищаться этой бандурой. Вот эта вещь. Настоящее произведение искусства. Вам повезло, что Степанов не стрелял из него с момента приобретения. Иначе внутренняя поверхность ствола изменилась бы и была непригодна для исследования. Да я все равно не понимаю, как можно производить экспертизу ружья. Это потому, что вы плаваете в вопросах баллистики, юноша. Дробь во время выстрела движется по стволу плотно, единым зарядом. И на дробинах в результате трения образуются фасетки с трассами от скольжения. Пригодные для сравнительного исследования. Наушники. Отойдите подальше, на всякий случай. Приготовились? Ну, поехали. Есть контакт. Патроны для современного гладкоствольного оружия, они снаряжаются дробью в маленьких пластиковых контейнерах. Проходя через канал ствола, практически не оставляет следов. В общем, если без лишних подробностей, Григорий Петрович установил, что грибник был убит из ружья Светланы Гараевой. Ну да. А почему вы так уверены, что это она? Почему не мог убить новый владелец ружья? Ну, это не ружье. Это редкая коллекционная вещь. При его покупке оформляется огромное количество документов, и в них есть дата. Утверждающая, что на момент сделки грибник был уже мертв пару недель. Ну, если коротко, то да. Ну, что ж тогда получается Гараева? Но если это так, то поздравляю с неожиданным раскрытием еще одного старого убийства. Осталось допросить Гараева. Вызывай. Я ничего не буду говорить без адвоката. Тогда рассказывать буду я. А вы меня поправите, если я ошибусь. Марина Рогова стала случайным свидетелем убийства. И как девушка хваткая, решила этим воспользоваться. Потребовала денег за молчание. Аппетиты Роговой росли.
Она стала просить денег больше и чаще. И вечеринка стала для вас удобным случаем, чтобы от нее избавиться. Марина унесла вашу тайну в могилу. Я ее не убивала. Это не я, правда. Ну, того грибника, да, но не Марину. Свет, я не очень не хотела тебя подставить. Ну, подставила же! Господи, да что он теперь обо мне подумает? Дружу со стриптизершей, привела ее в высшее общество. Ну, послушай, это просто да работа. К черту! Ты мне врала. И мало того, что ты это делаешь, так ты это еще делала с моим мужчиной. Да твой мужчина приходит к нам в клуб, как к себе домой. Да он ведет себя просто как свинья. Так ты смеешь его теперь еще и оскорблять? Теперь твоей жизни пришел конец. Я про тебя все и всем расскажу. Пошла вон отсюда. Давай. Север в той стороне. Вали, 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 я сказала. Какой крупный. А ну-ка. Ну-ка, ну-ка, давай, давай. О, черт. О, господи, боже мой. О, господи. Пожалуйста, пожалуйста, я не знаю, пожалуйста, держитесь, я что-нибудь придумаю. Господи, ну почему вы бежали от в охотничьей зоне? Поздравляю, Света. Охота удалась. Господи. Я и заплатила. Потом еще, еще. А потом Марина появилась на той вечеринке. Ну я думала, что она ко мне приехала. Я думала, что она опять будет требовать с меня деньги, ну... Я не выдержала, все и высказала. Марина разозлилась? Нет. Она рассмеялась. Сказала, что ей мои копейки не нужны, что она сорвала куш покрупнее. Но я на радостях напилась и отключилась. А потом, когда очнулась, ее уже не было. Что теперь со мной будет? Вы меня посадите? Да я и рада бы. Но случившееся квалифицируется как убийство по неосторожности. И срок давности по нему истек. О, Вера, я как раз к тебе. Я приняла к сведению показания Игоря Малыгина и сочла, что с ними оснований будет достаточно. Вот, держи. Это постановление на обыск квартиры Арсения Шестого. Спасибо, Александра Павловна. Бесполезно. Но мы пытались. Вскрывайте. Понял. Давай, Иван. Ага, держи. Черт. 3-0. Не в нашу пользу. Виктория Беляева, Следственный комитет. Убийство по неосторожности в ходе любовных утех. Партнерша перестарался. Это не по неосторожности. Это преднамеренное убийство. А у нас все интереснее и интереснее. Да? Паранормальное происхождение преступника точно не рассматривается. Не нравится мне это все. Ты меня не любишь, ты любишь свою жену, а я люблю свою работу. Вика, вот вы еще молодая, многого не понимаете. Думаете, что жизнь из одной работы состоит? У меня появился подозреваемый с железным мотивом. За такое запросто можно убить. За что? За измену.